Сейчас о небольших изменениях в дополнительном образовании нашего города. Юные горнолыжники Кунгура отныне будут заниматься в стенах детской юношеской спортивной школы «Лидер». Процесс переноса спортивной секции с базы «Светлячок» на новый причал имеет финансовую основу. В сезон, когда горнолыжный склон не пригоден к эксплуатации, а это 7 месяцев в году, тратить на него бюджетные деньги отныне не будут. А в зимнее время года, когда юным спортсменам необходима практика и занятия, гора будет использоваться, как и ранее, в режиме спортивных тренировок. Накануне по вопросу реорганизации детской юношеской спортивной школы по горнолыжному спорту в администрации города состоялась комиссия, участниками которой стали представители администрации города и детских спортивных школ. В процессе совещания определились положительные стороны реорганизации. Отныне юные горнолыжники со своими тренерами будут иметь определенное место для тренировок и будут включены в штатное расписание спортшколы «Лидер», которая, напомним, находится в самом подходящем для этого месте – физкультурно-оздоровительном комплексе «Синий кит». Отметим, ранее ребятам приходилось каждый раз тренироваться на разных спортивных площадках города. Заместитель главы города по социальной сфере Юлия Трясцина уверена, для самих спортсменов и их родителей эти изменения имеют позитивный характер. Сегодня мы им как бы улучшаем условия. Учебный процесс у них не будет нарушен, все тренера остаются, все дети будут также посещать свои кружки, то есть все остается то же самое. Напомним, секция по горнолыжному спорту не прекращает свою работу насовсем, а лишь реконструируется путем присоединения к детской юношеской спортивной школе «Лидер», где и продолжит свою тренировочную деятельность. На сегодня в пользование горнолыжки представлены 2 помещения спортшколы «Лидер». Все тренеры продолжают свою учебную деятельность, а сокращение пройдет лишь в младшем обслуживающем персонале.